Можно? Или есть? Расскажите, что вы думаете про иностранцев, которые здесь, в Кыргызстане? Нормально, пусть живут. Они нас обучают, например, турецкому языку. Мы не жалуемся. Это наоборот хорошо. Мы же можем у друг друга заимствовать что-то. И получается, какие-то новые, новшества вносят все равно в культуру к нам. Иностранцев? Приятные люди. Дружелюбные, общительные. А вы? Они, у них очень развитая страна. Они гостеприимные. А что вы думаете, они здесь живут? Нормально они живут, спокойно, тихо? Или они мешают вас? Нет. Мешают? Нам наоборот, с ними, мы с ними развиваем свою речь, учимся говорить на английском. Да нет, наоборот. Кыргызстан, наоборот, здесь очень много национальностей, все дружные, как бы, не знаю, относимся как бы дружелюбно. Вы хотите поехать в другой стране? Конечно. И что вы хотите, когда вы туда были, и как они относили вас? Конечно, с уважением. А вы думаете, что вы тоже относите этот иностранцев, которые здесь? И сдаете их уважение? Лично мы относимся дружелюбно. Насчет остальных мы не знаем, как бы люди разные бывают, у всех свое мнение. Лично мы не против, да? Наоборот, хорошо, бюджет будет, развитие Кыргызстана, туристы. Эми Кыргызстанга башка өлкөдөн элдер келиши абдан туура деп эсептеймин. Башка элди киргизбей коюшту деген өтө эле караңгычылык деп койсо болот. Башка өлкөдөн келгендер өздөрүнүн алардын да культуралары бар, алардын да бир жетишкендиктери бар, аларда да бир жетишпегендиктер да бар. Ошолок үчүн биз Кыргызстандын эли алардын жетишкен жагын, сапаттарын сурап, культурасын көрүп, алардын жашоосун көтөрүүчүлүк болуп калды. Эми ушу башка улуттар келип жашап, бизге биздин культурага, маданиятка терс таасирин тийгизет деп ойлойсуңбу? Жок, мен наоборот оң таасирин тийгизет деп ойлойм. Оң таасирин. Мен ойлойм, биз эң эле акыркы эле эң эле артта калган мамлекет окшойбуз деп эсептейм өзүмдү. Өзүбүздү. Эмне үчүн андай эсептейсиз? Элдин жашоосунан эле байкабайсыңбы? Кандай болуп кетти элдин жашоосу? Кандай болуп атат? Кемчиликтин баары жетекчиден кетип атпайбы? Бүт кылмыш иштердин баарын жетекчилер кылып атат. Анан бүттү да, балык башынан сасыйт деген ошол экен. Биздин мамлекетибиз таптакыр төмөн түшүп кеткен. Ылдый. Алардын келгенин мен абдан туура деп эсептейм. Даже да. Хорошо, спасибо вам. Все, да? Все.